Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Неравнодушный разговор». И у нас в гостях наш любимый отец Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте Василий Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Протеерей Александр Ильюшенко. Настоятель храма Всемилостивого Спаса. Член Союза писателей России. Дорогой отец Александр. Во время нашей прошлой беседы речь шла о выдающемся событии в русской истории, 200-летии победы рус... нашего оружия, да? русского оружия над Наполеоном, 200-летие Бородинского сражения. Когда э, речь заходит о войне, э, неизменно говорят о полководцах, той и противной стороны. Ну, тут две фигуры, а? Наполеон Бонапарт и наш блистательный Михаил Иванович Кутузов. Скажите, пожалуйста, а что такое стратегический талант? Что это такое? И чем э, разнится э, стратегический талант, э, несомненный, Наполеона? Хоть он и враг, но надо признавать за ним тоже да, какие-то очевидные достоинства. И э, Михаила Иранча Кутузова. Вот э, я дерзну ответить на ваш вопрос, потому что э, некоторое время назад... Мне попалась в, кни... в руки книга замечательного нашего соотечественника, генерала, причем генеральский чин он получил еще в царской армии Александра Андреевича Свечина, который не вступил в бродоубийственную борьбу ни на чьей стороне, он служил русскому народу. И э, остался преподавать в Академии Генерального Штаба и читал там курс ⁇ Стратегия угу. ⁇ После того, как красный маршал Тухачевский потопил в крови Тамбовское восстание, где он приказывал применять боевые отравляющие газы против крестьян, но с условием, чтобы в зоне действия газов не было домашней скотины. Замечательно. А, он изгнал а, Свечина из Академии и, и стал читать курс классовой стратегии, которая, Классовая а, стратегия. Классовой, вот, которая так себя проявила в 1941 году. А, а Свечен по а, прочитанному курсу издал книгу. Ее можно найти даже в интернете, я там ее и нашел вот читая Свечин, я поражался его масштабности, умению мыслить, умению излагать мысли, его эрудиции. И там очень много ярких мыслей. Вот так мне в память врезалось несколько. Просто это выдающийся труд, его надо изучать подробно. Ну, например, он пишет, что стратегия — это такая сфера, которой поздно заниматься, став генералом. Стратегии надо заниматься с юности, пока голова э, соображает. Да, нужно учиться размышлять, сопоставлять факты, учиться, получать фундаментальное образование. Вот тогда, опираясь на опыт прошлого, ты э, можешь э, принимать э, решения в ответственной ситуации, которые вот, поставят перед тобой жизнь. И дальше он проводит очень интересное сравнение. Вот он говорит, э, наполеоновские маршалы, и тут, я думаю, или там дерзаю на себя взять, э, самого Наполеона не трогает, потому что уж слишком э, вот, велик авторитет этого действительно выдающегося человека. Но вот поразительно, сколько он, этот авторитет, э, превышает на самом деле значительно э, его реальные... Достоинства. Так вот, он говорит о наполеоновских арми... маршалах, которые как тактики явили блестящее искусство на поле брани и вели армию от победы к победе, но как стратегии они проигрывали своим противникам, потому что они вышли из простонародия и у них не было вот этого фундаментального образования. Так же, кого не было у Наполеона. И еще он добавляет очень важную вещь, что выдающийся стратег должен быть отчасти пророком. Угу. Это очень интересная мысль, потому что э, э, лексика это церковная. А его фамилия Свечин, ясное дело, что он из церковной среды, и очевидно, что он человек верующий. Не без корней этих, да. Да, то есть вот человек должен понимать то, что может только даровать Господь. А теперь вопрос: может ли Господь законченному атеисту и богоборцу да. вот, даровать какие-то такие вот сверх-сверх благодатные, благодатные дары? дары. Да. Вот гений человека – это вещь потрясающая и неограниченная, можно сказать. И отрицать гениальность Наполеона – это просто смешно. Но вот я хочу, так сказать, вот продемонстрировать ну, вот, некую такую логическую цепочку. Вот идет вторжение наполеоновской армии в Россию. Вот происходит Бородинское сражение, победу в котором Наполеон, как всегда, приписал себе. Вот русская армия продолжает вынужденное отступление. Она оставляет Москву. Вот в этот момент, казалось бы, Наполеон должен задать себе вопрос. Что будет делать Кутузов в данной ситуации. Ну мы мыслим постфактум, это легче. Но можно вот все представить. Кутузов отступал. А он дает мне Москву, да, отдал мне Москву да. Да, да, без да. боя, да, отдал Москву. А дальше. Да. да, вот он отступал с Запада на Восток, ну так он примерно Запада на Восток и будет. Следующий выше. Да. да. В сторону, допустим, Ярославля или в сторону Рязани, как он там Юго-Восток повернул спрашивается с точки зрения стратегической это что-нибудь кутузу дает? нет просто он освобождает пространство и все на север он идти не может это дорога на петербург и как дошли от границы до москвы так дойдем и до петербурга значит потеряет подставит под удар столицу, столицу. это невозможно Отступать на юг смысла нет, потому что там Тула. Он просто уступит дорогу, чтобы Наполеон мог... Оружение город города. Конечно, он, Это и хотел. Арсеналы, да. он и хотел... Он и хотел, уничтожить. что же, же... Значит, на юг Кутузов не пойдет. Так вот, значит, может быть ему остается пойти на юго-запад. Что он и сделал? Кутузов. Угу. Но Наполеон над этим не задумался. И его авангард продолжал преследовать русский арьергард, да. и они дошли до Бронниц. Бронниц это километров 70-80 от Москвы. От Москвы, да, 70 да. километров. Да. А утром ни арьергарда, ни армии, и следов ничего нету. Нет ничего. Мистическая вообще такая, да. Это ужас. Я себе представляю, что они это пережили. Мистическая уж, конечно. В чужой стране а, вдруг... А, а, в центре враждебно настроенной страны э, э, вот это доблестное войско, которое не сломилось ни разу, вот при всем этом э, страшном отступлении, ни одного боя не проиграли. Ни одного. Давали сражения только тогда, когда э, вынуждала необходимость, и ни одного сражения не, про, не, не проиграли. Потрясающе. И вот эта армия исчезла. Где она? 10 дней искали. Вы представляете, 10 дней. А русских нет. А их нет. Это тоже беспрецедентный случай. А теперь взглянем на события, так сказать, с точки зрения Кутузова. Попытаемся смоделировать, как да. Да, так. да, да, да. У нас для этого есть некоторые факты. Вот, опираясь uh -huh. на них, мы будем рассуждать. Кутузов назначен главнокомандующим. И э, еще не добравшись до армии, с дороги, он пишет своей жене, которая находилась в Тарусе. Он ей пишет, уезжай отсюда скорее, только ради Бога никому не говори, иначе мне навредишь. Это письмо есть, оно датировано, нет, за 2-3 недели до э, событий э, получается. Э, э, и потом вот, зная, что э, Кутузов увел армию, в Тарутина я взял э, карту Подмосковья и был просто потрясен. Таруса километров на 80-90 на юг, а Тарутина на 80-90 километров э, на юго-запад. То У -у -у. есть он уже понимал, что такую мощь остановить невозможно. У него нет сил. Вот в прошлой беседе мы говорили, что соотношение было э, на Бородинском поле в полтора раза. И вот тактический гений Наполеона нельзя сбрасывать со счетов. Он понимал, что победить такую армаду невозможно. Он понимал, что он вынужден будет дать сражение. Хотя вот так он как вот стратег, он понимал, что в нем нет э, необходимости. Но есть и выше э, стратегических соображений, а именно дух армии, который он не мог не учитывать. Армия рвалась в бой. И он понимал, что придется оставить Москву. И он понял уже, еще не придя к армии, что он вот сделает вот этот потрясающий, феноменальный э, маневр на э, Тарутина. А, причем, опять-таки, вот представьте себе, как он рисковал. А если бы Наполеон задался бы этим вопросом М -м -м. и послал бы дальнюю разведку, и э, Кутузов пытался выйти ему в тыл, он мог его просто ну, окружить и уничтожить. Наполеон потерял возможность уничтожить русскую армию. И Кутузов прекрасно это понимая останавливался несколько, на несколько дней в Подольске, еще где-то, высылая свою разведку, чтобы проверить. Ищет его Наполеон или нет. И вот тут я хочу вот подчеркнуть слова Свечина о том, что стратег должен быть пророком. Вот Кутузов вычислил. Вот на несколько ходов совершенно неочевидных. На несколько ходов вот, развития событий вперед. А Наполеон э, со своим гением, вот э, специалисту задай вопрос, э, Ваше Величество, а как вы думаете, куда э, Кутузов поведет свою армию? Он сядь, моментально. Сядь, сядь и задуматься. Надо, просто да? сесть и задуматься. А он не задумался. Это, Бачка, простите, это от самонадеянности. А, Все в... так легко давалось. Он катился по Европе, да? Как Я потом думаю, гитлеровцы что на велосипедах, это, да? Это уже вот такое а, помрачение, когда человек полностью пренебрегает Богом. Вот. А значит он, и людьми? И, и людьми и это связано. А, вот он лишается вот какого-то особого благодатного, благодатного состояния, состояния, благодатного дара предвидения, которое только от Господа. Только. Бога. А, вот а, известно, что знаменитый, великий математик Лаплас преподнес э, Наполеону свой труд э, о мироздании. Я забыл, как он называется, но это известно. Наполеон проглядевший, он математик, то есть он артиллерист. Он и вздумал, поэтому математику он, расчеты, он да. разбирался хорошо. Он значит, просмотрел карьеру сделал как артиллерист. Да, он сказал, я не вижу упоминаний о Боге. Ваше величество, я не нуждаюсь в этой гипотезе, ответил ему Лаплас. Вот такая безбожная и наука, и вот э, французская революция, и император милостивно кивнул. Вот он тоже не нуждался. Зачем да, Бог, если 24, да? Да. Все. А вот оказывается, вот элементарную вещь не вычислил. Элементарную. Я говорю, вот задумайся, что, а будет, да. что будет делать э, Кутузов. Вот задумайся. А одним этим маневром, причем, надо подчеркнуть, как мастерски, ну, просто запредельно, он был проведен, армия не оставила после себя следов. Это, это почти непостижимо. Это больше. непостижимо. Это какая дисциплина? Какая осознанная дисциплина? Вот Суворов воспитывал своих солдат. Каждый солдат должен понимать свой маневр. Это за собой ничего не будет просто. Да, это потрясающе. Просто потрясающе. Вот десятки тысяч людей прошли по дороге, и следов не оставили. не оставили. И французы не заметили. Потрясающе. Значит, как вот все было организовано, какая ненадушная сплоченность, какое вот понимание этих вынужденных маневров, и, может быть, понимали, и насколько это важно. Это высокое воинское мастерство. Высшее. военно выше высшее. Высшее. Кутузов одним этим маневром вырвал инициативу из рук Наполеона. А это самое главное. Наполеон оказался Из -за в ловушке. Он, э, Кутузов стоял вблизи коммуникационной линии. И, собственно, его партизаны и стали ее перерезать, тревожить, угу. и э, э, просто подвиги совершали. Вот сейчас я э, чуть позже скажу об одном. Угу. Э, э, значит, э, Наполеон оказался в ловушке. К Петербургу он уже идти не может, потому что у него в тылу э, Кутузов. На юг э, разорять Тулу он не может, потому что пока он пройдет мимо Кутузова, Кутузов ему... вот его и обогнал, что и произошло. На восток ему идти не нужно. То есть э, э, Кутузов его полностью блокировал в Москве. И навязал ему свои правила. Да. Его, что очень важно. Вот, э, так э, вот, э, это то, о чем говорит Свечин. Вот Кутузов располагал этим божественным пророческим даром. Как некогда Суворов, его учитель. Да, да. А теперь вот, что делали э, наши э, партизаны, почему-то это малоизвестно. Вот я поражаюсь, почему это в литературе не обыграно. Э, вот когда э, наполеоновская армия э, начала отступать, э, она постоянно голодала, постоянно. Э, и от Москвы до э, Смоленска пешком идти недели три. Побирались. Вот Все время, значит, не, не доедая, уже холоданы начались. Шаромыжничали. А, союзники, не русские генералы. То есть я в литературе вот видел у э, немецкого офицера, вот впоследствии генерала Клаузевица, он об этом пишет, и э, английский генерал Вильсон пишет об этом, что э, к Смоленску э, подогнали 700 быков. О -о -о. Вот кормить, представляете, что такое 700 быков? Значит, в каждом несколько сотен килограмм. Веса, но сварить практически можно и все, и кости, и все. Ну, вот, почти без отходов. Э, да, значит, накормить. И, я думаю, вот представляли эти голодные солдаты, как им дадут горячее, вот это питательное, вкусное варево. Так вот, наши казаки угнали этих 700 быков. Никогда не встречал мальчика. Я говорю, это поразительно. Значит, вообще сюжет же, это, фильм можно, для чего угодно. Для фильма чего угодно и а. э, состояние солдат, которые ждут эту вот весную похлебку, и вот они лишены. А еще идти, 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 бесконечно идти. И я поражаюсь, почему это неизвестно. Я наткнулся, я повторяю, это вот у англичане, но у немца. А у наших почему-то нет. Очень ценно, и у француза. Не, очень ценно, что не у нас, а именно да, у них, да, да. Да. Нет, и француз, французский э, генерал по снабжению, Пиубюск, тоже пишет, что угнали быков. Вот три свидетеля. А это казаки. Потрясающе. Потрясающе, не зря. Да говорил, что с казаками он бы себе завоевал. Да, это правда. Это потрясающе. Простите, это не имеет отношения ни к Кутузову, ни к Наполеону, но к казакам, очень любимым мною, да. Не в хорошей компании быть помянут, не среди добрых людей. Троцкий, Троцкий когда-то объясняя необходимость уничтожения казаков, вы знаете, как он вырезал, он сказал интересную фразу. Он сказал, что необходимо уничтожить казаков, поэтому это, потому что это единственная сила в русском обществе, способная к самоорганизации. Угу. Вот раз мы вот похвала, упомянули... Какая похвала, да? Да, раз мы упомянули вот этих людей, которые у нас совершали революцию, так вот они за образец брали Великую Французскую революцию, Наполеона, и вот всю эту богоборческую, вот совершенно, вот ну, у меня слов нету, это их кумиры, конечно. Да, да, да. Нет, это их тактика и стратегия. Да. Они вот очень многому научились, переняли и просто реализовали. Так вот вы упомянули Суворова. Вот Суворов был тоже в полной мере наделен этим даром. Вот он писал о Наполеоне. Вот как только тот проявил э, свои дарования, как только одержал свои блестящие Вышел победы. Вышел на арену как бы. Да, да, да. да. Вот он э, примерно так. О, как шагает этот юный Бонапарт. Э, он колдун, он чудо-богатырь. Это э, его яркий такой поэтический образный язык. Он высоко, сразу высоко оценил как профессионал, оценил другого профессионала. Что в первую очередь характеризует самого Суворова. Как объективного человека. Как великодушного человека. Великодушного человека. Не, не тени зависти, не тени это самое. А вот сразу увидел его сильные стороны. Вот дальше у него просто такой поэтический язык. Он примерно там спрятал свою армию в правый карман своего сертука и обрушивался на австрийцев и разбивал их наголо. Он обошел Альп, как будто их и не было. Вот просто потрясающе. И вот кончает. Великие э, таланты военные даны ему в удел. Но горе ему, если он изменит единство призвания и бросится в вихрь политический. Тогда он погиб. Наполеон стал политиком. И речь идет о погибели вовсе не физической, а суворов как человек верующий, как глубокий христианин. Вот понимал о том, что вот душа важнее всего. И предсказал падение Наполеона, оплаченное миллионами человеческих жизней. И вот таких людей... Задолго. Су Солженицын гениально предложил называть убийцами-миллионерами. Вот убийца-миллионер один из первых в истории, один из самых вот страшных ну, в истории. Факт. Вот оплатил свое падение вот такой страшной ценой, а Суворов это предвидел за 15 лет. За 15 лет. Шутка сказать. Вернее, даже не за 15, а даже немножко больше Это война в 2012 году. При том, -то... как стремительно тогда менялась ситуация в Европе постоянно. Стремительно? Да, 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 Потом да. были же затише. И э, в другом месте, уже через несколько лет, э, Суворов пишет так. Э, вот он говорит так, от французов война родится. Ну, то есть французы будут источниками войны. И вот он начинает вот высказывать свои предположения о расстановке сил. Значит, что в союзе с Францией, которая даст 300 тысяч войска, будет Пруссия, будет Польша. Он предполагал, что, может быть, будет Турция. И так и сказал, Бог с ней со Швецией. То есть он уже угадал, что в Швеция в войне принимать участие не будет. Вот только он, значит, благодаря усилиям Кутузова Турцию вывели из войны, и Наполеон рвал и металл. Вот его дипломатия проиграла. Не только турецкая армия проиграла, но и французская дипломатия пропустила, что Турция вышла из войны. И Суворов, конечно, не мог предположить, что австрия станет союзницей ну, франции но вот он оценил вот совокупное войско примерно в 600 тысяч прямо угадал почти да по сути да? и сказал вот сочти вот их армию нам иметь до полумиллиона у нас было всего 250 тысяч на границе а если бы вот мы услышали это пророческое предсказание суворова 500 тысяч он прямо угадал вот было бы 500 тысяч, разговор был бы совсем другой. Понятно, что Россия просто не имела возможности физически, это просто народ разорять, иметь такую огромную армию. Но поразительно, что Суворов и расстановку сил угадал, и численность войск угадал. Это поразительно. За вот полтора десятка лет до самих событий. Вот это то, о чем говорил генерал Свечин, что полководец стратег должен обладать пророческим даром. Вот и Кутузов, и Суворов этим даром обладали в полной мере. И вот можно сказать, почему. Вот когда началось изгнание Наполеона, и вошли в Смоленск, и вернули Смоленскую икону Божьей Матери на место в Смоленский собор, служили перед ней молебен. И сам главнокомандующий стоял впереди всех – молясь благодарностью Божьей Матери. А потом он жене в письме писал. Вот когда читается Евангелие на молебне, там слова Прибыть же морям с нею яко три месяца». Вот, вот, Божья Матерь в гостях у праведной Елизаветы пробыла около трех месяцев. Говорит, все ахнули, потому что икона вернулась примерно через три месяца. Но это он понял. Сердцем почувствовал. Да. И это отмечено в Акафисте, но он написал об этом до того, как составили Акафист. О, какая вера была у людей. Потрясающе. Потрясающе. Как не вспомнить слова Суворова, да? Из науки побеждать. Молись Богу, от него победа. Он нам генерал. Да он нам генерал. И вот не только полководец, но, конечно, каждый солдат русской армии переживал и понимал то, что так вот остро Ощущал э, Михаил Ларионович. Э, да, вот я забыл подчеркнуть еще один момент. Когда э, ему доложили о том, что Наполеон вышел из Москвы, mm -hmm. он перекрестился, заплакал, встал на колени, обернулся к какой-нибудь Божьей Матери. Слава тебе, Господи, ты услышал мои молитвы. Это поразительно. И вот это вот духовное единство, и прежде всего духовное единство с Богом. Вот и явила русская армия, начинает главнокомандующего. Полководство с Богом, полководца да. с солдат. Опять вспомним к месту а, науку побеждать Суворова. Русский солдат боится Бога, и поэтому не боится ничего. Да. Разве блестяще. Как, как, как это блестяще, блестяще сказано? Да. Как это блестяще сказано? Дорогой отец Александр, у меня есть к вам вопрос. Он может показаться по наивным, но наивность это же не глупость, правда. Это может быть в чем-то честное. Вопрос следующий. Когда в Отечестве нашем вот закончится, прервется наконец вот эта традиция поклоняться перед Западом вообще и перед нашими бывшими врагами вообще? Когда это уйдет? Потому что уже сил нет э, это слушать. Вы знаете, я хочу привести такой вот э, пример. Вот, вот себе представь, что 1941 год, третья декада июня, самое начало, и в коридоре кремля встречаются два выдающихся человека. Нарком иностранных дел Молотов и маршал Шапшник, которые, к слову, оба хорошо говорили по-немецки, да? И говорят друг другу. Гутен да. Вот мы смеемся и говорим по чешски Этого не может быть, потому что не может быть никогда. А тогда же было возможно, что Наполеон катится, крушит, оскверняет все на своем пути, убивают, насилуют, все. А элита говорит, значит, на этом языке. Значит, это что получается? Что к 1941 году национальное чувство русских людей было уже иным, и тогда чья это заслуга? Непростой вопрос, я понимаю. Это вопрос очень сложный которые требуют, мне кажется, большого исследования, очень серьезного, и вот этот вопрос должна, так сказать, изучать историческая наука с привлечением самых широких сил, потому что говорить, ну, свои представления, ну, это всего лишь представление. Но причин тут очень много, и прежде всего, конечно, причины духовные, прежде всего потому что вот в нашем обществе, прежде всего, пошатнулась вера в Бога. В начале 20-го или там в конце 19 века не было людей, которые походили бы на Суворова или Кутузова. Вот по своему духовному устроению. Вот все как-то было Батюшка, я почему и задал тебе этот вопрос? Во времена Наполеона нашествия не было безбожной России. Она началась в 1917 году. Но национальное чувство тогда стало иным. Вы знаете, я выскажу очень... Как казалось бы, парадокс, да? Очень резкую, очень крайнюю, так сказать, можно сказать, ретроградную мысль. Я все понимаю, все упреки заранее принимаю. Но я бы сказал так. Вот смотрите, возьмем 18 век. Угу. Век, когда э, великая русская культура только-только начинала формироваться, и образование было, собственно, э, преимущественно построено э, по старинке на псалтире. И вот венцом XVIII века был э, год 1812. Вот XIX век, век великой русской культуры. Это не оспаривается. Но венцом этого великого века, великой культуры Стали был 1917 год. А до этого пятый год? Да. Общество, которое э, радостно воспринимало призывы «пусть сильнее грянет буря». А слово «материально»? И дух может материализоваться в таких страшных проявлениях. Вот этот дух разрушения, дух стремления к уничтожению, вот и привел к этому страшному кровавому хаосу. Но заметьте, что когда буря грянула, автор, который смеялся над Жиль, глупый пингвин... Рубка прячет тело, тело жильное жильное в жирных утесах. Э, эвакуировался э, на славный остров Капри. Заметьте, я хочу подчеркнуть, это тот самый остров, на котором была в свое время резиденция императора Тиберии, при котором распяли Господа нашего Иисуса Христа. Так что он знал, куда уехать. Но э, зачем тогда он такие призывы делал? А зачем учитывая его воспринимал? Зачем он его слушал? Вот это ужасно. Ответ ее ангеле, мне кажется. Слова сказанной со Христа Прости, мы бы не ведают, что творят. Если бы знали. То... А в том то вот и неизвестно знали или не знали или понимали или не понимали. Дух разрушения это дух, обладающий страшным соблазном, вот, людей привлекает и обладает страшной инерцией, начавший разрушать, становится очень трудно. Так что, конечно, вот это, повторяю, глубокая проблема, на которую надо дать ответ, так же, как на вопрос, почему столь популярен Наполеон до сих пор. Я тоже не могу на него дать я, ответ. Я не могу понять. Заметьте, что вот великая русская культура XIX века его превозносила просто необыкновенно. Я хотел бы даже тут разделить. Если он популярен во Франции, я это еще могу понять. Это, в конце концов, э, Игорь, как он может быть популярным в России после того, что здесь наделали французы. Вот заметьте, что э, э, Достоевский, вот великий гениальный Достоевский, как раз он э, пророк э, в своем э, э, романе «Преступление и наказание», как раз пытался ответить на этот вопрос и пытался показать, что нельзя быть властелином чужой жизни и смерти, ведь Раскольников, пред, да. чем он хуже Наполеона. Достоевский и поставил, и ответил на этот вопрос. Для того он и роман написал. Преступление и наказание. И наказание да. да. Но вот только кто услышал эти пророческие слова? Дорогой отец Александр, рискну предположить, что его э, все-таки услышали э, врачи-психиатры по такому, как есть комплекс Наполеона. И он то ли в третьей палате, <laughs> то ли в четвертой, <laughs> а то ли в шестой. Да. <laughs> Они точно это поняли. Потому что э, так соблазнительно, и здесь, конечно, присутствует вот, прямое бесовское искушение. Такая поставить себя над всем. Над всем, над вся, над людьми, над нравственностью, над законом, над всем. Ты выше всего. Вот Наполеон это э, просто проявлял, он об этом и говорил в открытую. Я все могу. Господи, У него были Господи. большие батальоны, он мог все. И обратите внимание, нельзя не обратить внимание. Вы тоже вот вы сейчас скажете, но люди этого не видят и не слышат. Странно, да? Ведь все говорят о его триумфах, да? Да. А почему никто? А наши отцы святые говорят, конец тела венец, да? Да. Не, ночи, не ночный блажен, но скончавый. Какие замечательные слова, да? А конец какой страшный, позорный и сумрачный. А ничего подобного. Он так не считал. И на острове Святой Елене он продолжал писать самому себе дифирамбы. Значит, у него... О у чем него, психиатрия он, нам и, не У пили? него а, на Святой Елене а, численность русской армии сначала взросла до 170 тысяч, а потом до 220. Ух ты. И он их разгромил. Какой молодец! Вот. И все это читается, воспринимается, воспринимается. И его цитируют. Манхиту. И цитируют. А главное, вот он и есть, собственно, такой идеал, который вот ничто и никто затмить не может и не пытается. Вот опять -таки я задаю вопрос: почему великая русская культура и великая даже германская культура? Потому что вот немцы переживали примерно то же, что и мы, и поругание своей веры, своей страны, своей истории, и поднялось именно народное, да. народное движение против него. И они почитают своих э, национальных героев, которые э, восстали против Наполеона в союзе с русской армией. Так вот почему и у них потрясающие произведения э, культуры э, были созданы э, и звучат даже восприняты русской культурой? Я имею в виду э, потрясающий романс, э, называется "Ночной смотр" на слова немецкого поэта, я, к сожалению, не помню фамилия а поет Шаляпин, ну просто Мороз по коже. Э, но это вот, вот Наполеону является э, вот из гроба поднимаются его бывшие солдаты, вот они являются э, своему императору э, и Император ближнему маршалу сам он шепчет пароль свой лозунг и франция тот пароль тот лозунг святая Елена это вот так со слезой в голосе потрясающий действительно берет за душу при этом совершенно забываю что он бросил своих солдат да приедал Помирать э, да. в грязи, в холоде в голоде Во и овшах, укатил э, в Тифе в Десненке в укатил и укатил да? да и последний э, вазочки последний э -э -э бюллетень, который издал Наполеон, покидая армию, э -э здоровье императора благополучно. Вот так вот, а что 550 тысяч э -э 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 сгинуло просто так. Это никого не волнует. Вот потрясающе. И потом он смел говорить от смешного, от великого до смешного один шаг. Вот погубил полмиллиона людей, э -э -э только своих, а сколько русских он погубил. Это вот один шаг. И вот я, я поражаюсь. Вот как можно? Я могу понять, что многие наши современники, ну просто не знают, не читали, вот, ну не знают. Но как люди, которые видели участников тех событий, да. которые вот видели воинов, солдат. Еще были овеяны этим духом. Конечно, понимаете. покалеченных инвалидов вот этой войны. Сколько они видели? потрясающий. для меня это загадка я не понимаю можно как-то вот гадать вычислять там додумывать за других но это неблагородное, так сказать неблагодарное занятие потому что можно ошибиться вот мне кажется что это очень интересная и важная тема которая в какой-то мере явится ответом на ваш вопрос когда мы перестанем э, вот преклоняться перед тем при чем преклоняться нельзя но для этого вот мы должны честно этот вопрос поставить и постараться на него ответить Наша передача, представьте, подходит к концу, Батюшка, как всегда с вашим участием незаметно. Я хотел бы этот вопрос адресовать, да, и от вашего имени, и от своего нашим телезрителям. А как вы думаете? Потому что это очень важный вопрос. Мне кажется, очень. Какой-то мини он даже такой. Я просил у вас произнести слово «Венец», пусть небольшое, но глубокое. Обращаясь вот к нашим дорогим телезрителям, какой главный урок? мы должны вынести из этой войны. Мне кажется, что э, самое, так сказать, краткое и э, содержательное, это то, что народ вот в те славные, трагические, невеликие э, годы явил э, полное единодушие э, с государем-императором, э, вот все сословия, э, потому что он был православным, по-настоящему православным народом. Народом Христа возлюбившим и Христом возлюбленным. Потому и воинство было христолюбивое и победоносное. Спасибо, Господи. Без Бога не до порога яко без мне не можете творить не дорогие наши телезрители эта встреча с дорогим отцом александром вот так подошла к концу я от своего и вашего имени благодарю дорогого батюшку за спасибо такую за внимание такую любовь к нам к нашей программе и прощаемся с вами спасибо спасибо, спасибо. за внимание спасибо Студию покидал чрезвычайно интересный собеседник, так полюбившийся нам за эти программы отец Александр, а я вернулся за стол рабочий и хочу прочитать вам стихотворение, автором которого является Александр э, Нефедов, ученик седьмого класса. Слышите, седьмого класса э, из города Сыктывкара. Э, к слову, хочу сказать, что очень люблю этот город, не раз в нем бывал и люблю его жители. Оно небольшое, всего 12 строчек. Бывает, некуда пойти, а на душе тяжелый камень. Ты в храме Божьем засвети, перед иконой тихий пламень, свечи. Очистится душа от всех тревог и огорчений. Добром наполнится она и исцелится от мучений. Дорога к храму солнце луч, сияет в красках день весенний. А небо синее, без туч, а мир без войн и потрясений. Спасибо. Спасибо Александру. Приятно, что такие мальчики есть в Отечестве нашем. А в завершении программы просьба, просьба помолиться о здравии тех, кто так в этом нуждается сегодня. Я прошу ваших горячих, неравнодушных молитв о здравии тяжко болящей Юлии, Екатерины, младенца Евгении, младенца Софии, Ирины, Светланы, Георгия, Елены, Александры, Екатерины, тяжко Маргариты, тяжко Антонины, Ксении, Матроны, не праздные, ожидающие ребенка, Анны, Натальи, тяжко Христины и тяжко болящего Андрея. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Программа подошла к своему концу. Я прощаюсь с вами, дорогие мои. Оставайтесь с Богом.